Меня зовут Незавецкий Сергей Александрович. Занимаюсь телесными практиками с 1997 года. Изучил всевозможные методы физико-функционального лечения, в том числе массаж, иглоукалывание, мануальную терапию, остеопатию, ну и много других вещей, которые я не вспомнил. Ну, конечно, я учился, но учился изначально. Самая первая профессия, которая мне понравилась, это массаж. Потому что он дает возможность лечить людей без лекарств. Думаю, попробую сначала в медицину. Если не поступлю, пойду в кулинарию. Но поступил в медицину, и поэтому это все как бы и пошло дальше. Не, в детстве я хотел стать, как всегда, космонавтом. Ну или клоуном. Потому что мне нравилось смешить людей, я люблю юмор. Конечно, лучше всего в белом халате, чистенько. Так говорится, здравствуйте, до свидания. Устроился в нейроортопедический реабилитационный центр, где мне сразу начали давать тяжелых больных с тяжелыми заболеваниями, грыжами, позвонковые и подобные состояния. Я считаю, что, в принципе, все заболевания надо пробовать лечить с помощью массажа. Вот тогда пришли новые веяния, и это была остеопатия. Я в нее вообще не верил. Думал, что это лженаука, как многие сейчас думают. И я начал ее применять постепенно, внедряя в свою как бы лечебную программу. Очень просто. Я делал массаж, а в конце работал с черепом. Я там брал его, делал технику краниосакральной терапии. Вот. И так постепенно я интегрировал это. И когда я стал замечать, что работа черепа приносит больший эффект, нежели массаж, остеопатия, она заняла все свое пространство. Остеопатия, она помогает настраивать человека, как настройщик настраивает рояль. Если ты будешь нервный, там, все, там, быстрее, давай, ничего не получится. Болела нога, перестала болеть нога. А болела она уже 15 лет, а вдруг перестала. То есть человек задумался, а почему она перестала? Неужели потому, что я сходил на какой-то там сеанс, какой-то остеопат? Мне не надо, чтобы человек верил. Мне нужно, чтобы человек хотел заниматься собой. То есть он может попасть случайно. Ну, так же, как попал, так и пропал. Те, кто готов, я помогу. Я освоил метод, который называется иглорефлексотерапия. То есть это обычная советская школа иглоукалывания. Но иглы, которые добавлены к сеансу остеопатии, они очень быстро выполняют функцию стабилизации. Мне достаточно того, что я достиг. И, может быть, я буду обучать других. Хочу открыть собственный кабинет, который будет доступен для всех. Зрителям я хотел передать, чтобы они жили осознанно, думали о своих действиях, которые они совершают. Вот. Находили причинно-следственные связи. Вели здоровый образ жизни. Умеренность во всем соблюдали. А иначе они придут ко мне.